На днях я купила новое для себя масло торговой марки Кабош. 82,5% жирность, в составе только пастеризованные сливки, сделано по ГОСТу. Хочу вам показать, с чем я столкнулась. Я замешивала на нем тесто, и у меня возникли некоторые проблемы. Обычно я пользуюсь Вкуснотеевой, хочу сравнить. Возьму блюдце. Вот я только что вынула из холодильника вот этот Кабош, и вы видите, как оно уже подтапливается. Температура у меня в кухне сейчас 22 градуса. Отрезаю вот такой кубик Вкуснотеева для сравнения. Здесь пачка крупнее, ну, в общем, такой будет кусочек. Это Кабош, это Вкуснотеево. Оставлю его минут на 10, и мы на него посмотрим внимательно. Прошло 10 минут, давайте посмотрим. Вот это Вкуснотеево, это Кабош. Кабош более бледный цвет. И вот через 10 минут оно прям в крем. Раздавливается и буквально течет. Смотрим масло Вкуснотеево. Оно через 10 минут, вот я прилично прям давлю, я усилия прилагаю, оно вообще не раздавливается. То есть оно сохраняет свою форму и консистенцию. Проблема в том, что на вот этом масле я вчера пыталась замешивать опару, и оно вот в такой крем превращается и совершенно не хочет впитываться в тесто. В общем, опару я испортила. Из испорченной опары я пеку другое изделие. Я хотела делать куличи, но куличи не получится. Поэтому делаю другое изделие, покажу вам, что выйдет. Ну, в общем, очень какое-то мягко-плавкое, скажем так, это масло. Вот это более стойкое к температуре и, на мой взгляд, для выпечки подходит больше. Это, наверное, хорошо для бутербродов. Не знаю, возможно, в комментарии придет производитель, было бы интересно узнать, что не так с этим маслом и что за технология применена. На показанном масле Кабош я вчера замесила опару, хотела сделать куличи, но, к сожалению, опара на нем не получилась. Поэтому сегодня я к ней добавила немного еще муки, другого масла и чуть-чуть сахара, плюс ванилин. Замесила и сделала вот такие булочки. Сейчас они уже расстоялись, и я буду их печь. Готовы булочки из неудачной опары. Надеюсь, что булочки получились удачными. Сейчас они немного остынут, и я буду их доставать. Ну что, готовы булочки? Давайте посмотрим. По-моему, все отлично. Классные получились. Несмотря на неудачное начало, булочки получились хорошие. Так, давайте. Оп. Они еще и с начинкой. Вот такая красота с клюквой. Прекрасно.